Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Dark Souls 3. Идем мы к боссу Безымянный Король. Он сидит у нас на здоровенном таком драконе. Ну, по-моему, больше этот дракон похож на петуха. Вот. Ну и, в принципе, что, погнали к боссу. Кинопредира, у тебя много стримов, пойду бриться к работе. Хорошо. Удачно, так сказать, побриться, не порезаться. Понятно. Тихо, ребят. Оп. И вот так. Тихо. Стенку, блядь, уперся. Ну, хоть вторым ударом я блок забил. Давай, ебало. 16 модуль работы. Я постараюсь. 16 мобов? Ты прям посчитал. Давай. Давай мы, наверное, вот так вот еще сделаем. Глядишь, может, что поможет. Как-то невидимо. Бакстебы у нас не завезли, да? Не мешало бы, конечно, костерок тут какой. Андрей, тихо. Да недавно проходил, ну вроде 16, и одна виверна крепить. Я креплюсь максимально. Я пока просто на самом деле изучаю локацию. Хрен с ним, сколько тут до босса осталось. Так, ну давай, наверное, я вот думаю, наверх сползать. Я отсюда пришел. Угу. И тут по прямой. Давай тогда туда. Когда наверх сходим, глянем, что там есть. Может, что-нибудь вкусное валяется, кто знает. Надеюсь, меня никто там не завалит с первой тычки. Угу. Ну, короче, дороги у нас, получается, соединяются, типа того. Ну давай, вот это вот кольцо с громовым камнем. И что оно дает? Кольцо с громовым камнем. Самурай, классы. Дрова. Здорово, самурай. О, увеличивает поглощение урона от молнии. Угу. Больше, в принципе, ничего тут не написано, но как вариант, у нас, если босс будет лупить молниями, то можно такое колечко-то и напялить. Пригодится. Ладно, поперли вперед. Как говорится, ни шагу назад. Подзарядим. Я вот не знаю, помогает это или нет. О, ящерка. Подаем мерцалку. Пойдет. Так. Можно и наверх. Как-то. И сюда можно пройти. Угу. Подними, мимик, спасибо на том. Титанитовая чехуя. По идее, я прокачался, что надо. Если только как-то щит апгрейдить, который, который, возможно, потом пригодится. Что-то вот эти вот ящерки
Какие-то жесткие. Ладно, она сама там сдохнет. Блядь. Тихо. Ладно. Сейчас по прямой чисто пробегу. Готовься. Сейчас будет что-нибудь пожестче, да? Нежели у нас ящерки тут катающиеся. Ладно, мы тогда сейчас, короче, этих всех мобов скипываем, пробегаем просто по прямой. Это все фигня. Летаем дальше. Бежимте, бежимте. Все, что надо, по идее, я тут изучил. Пробегаем. Пробегаем. Ага. Не пробежал. Тут надо ёзать у ворот. Так, на ящерке. Ящерки у нас вот тут. Давай сначала души забираем. Андрей Тихонов. Смотри, убить что не хочешь. Андрей Тихонов. Ну, тут по идее, в принципе, все мечи тогда не очень. Среднячок. Среднячок, как бы. Но это считается максимальный. Максимальный меч с максимальным уроном. В основном я еще, наверное, криволат. Причем этот меч еще у нас скалируется от веры, по-моему, и от интеллекта. Но я не думаю, что прям необходимо их жестко прокачивать, чтобы прям он на полную катушку действовал. Все, что, наверное, предложено разрабами, уже, так сказать, стоит. Так. Дракоша. Я думал, его можно будет заюзать через эту дырку, но нет. Ну и чё, где он сел? Угу. Андрей Тихонов. Ну вот рукой ящеркам по 100, а печь твой по 138. Вот рукой ящеркам по сотне, а меч по 138. Какой рукой, в смысле, имеется в виду? Ну-ка, в яйца ему долбанет. Угу. И он свинял. Что-то хер знает, куда пока бежать. Где вот заныкаться от него? Ну-ка, так. Да, наверное, хер долетит. Да, урон, урон он принял, но не прошел. Рука. Это красная, которая такая, как у пироманта. Про эту руку. Всякое говно понеслось на меня. Сейчас, сука, столкнет же, блядь. Ёбаный уродина. Он просто меня, блядь, башкой своей вытолкнул, Андрей, и все. Через окно можно, да на. А, через окно я пока... Ну ладно, сейчас мы посмотрим. Надо добежать до этого дракона. Еще раз. Ну что-то как-то урон по нему не прилетает. Меч-то это двуручный, во-первых. Его типа нужно две руки юзать, а не щитом пользоваться. Так-то. Тогда он будет больше сносить. В принципе, какой бы ты, я считаю, меч не качал, он все равно у тебя примерно одинаковое количество урона будет наносить. Так что тут просто надо терпеть и мириться с этой херней. Тут нет таких, я думаю, мечей, прям, чтобы, знаешь, пятихатку прям сносили. Ну, топор тоже, смотря какой моб, на что он реагирует больше, типа того. Ящики.
Придется мочить их. Где это дерьмо? Когда-то ей вот видишь, по 230 прилетает. Когда-то по 138, когда прилетает мне. А, блядь. Ну-ка. Через стенку может. Ну, как бы и он меня тоже может. Окей. Прыгаем. А, блядь. Рано подбежал. Ну, кто же знал то, что он может по несколько раз атаковать. А. Чё-то как-то я с ними не очень воюю. Целых три фляги какие-то рядовые мобы занимают. Ну ничего, надо придрочиться просто. Так, 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 так. Во-во-во-во-во. Так, давай попробуем через окошко наказать. Да, если сейчас сам не сдох, то... Через окошко мне его не видно вообще. Как бы я тут ни стоял, под любым ракурсом мне его не видать. Вот первый раз я его могу задеть стрелой. Прям в яйца. Давай. Раз. Все, и он сваливает. Теперь только бежать души забирать. Больше вариантов нет. Хотя... Но стрела до туда не долетает. Он как бы урон по нему, я вижу то, что проходит. Но его как бы нет. Не засчитывает. Ну ты все. Он дергается, видно, что он получает урон. Но... Вот, ХП полоска у него никак не это. Я только стрелы трачу сейчас и все. Ладно, пошли за духами. Там посмотрим. Андрей Тихонов. Странно. Должен на площадке перед окном сидеть. У меня... А у меня он что-то, видишь, не двигается. Блять. Че, эти ящерки сраные. Так, давай мы его попробуем подманить. Ну, давай, 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 быстрее беги. Все, я его не вижу. О, как бы нет. Может, у тебя заглючило? Древольфо от квадратная скобка. BMD.GG квадратная скобка. Доброго времени суток. Здорово, Вольфут. Я максимум, что могу, спровоцировать его на удар, чтобы он завалил, короче, ящерок. Ну и сам тоже урон получу. Он хотя бы масштабненько их загасит. Вот оттуда можно его попробовать пошмалять, если я смогу сюда забраться вообще. Так, одну ящерку он стопудово завалил. Мне души прилетели. Вторую завалил. Молодчага. Попробуй по лестнице. Слева в камнях проход. Вверх по лестнице, слева в камнях. Андрей Тихонов. Погоди. Обход. Давай вот отсюда попробуем. Да, урон проходит. Ну и он меня не трогает. Правда, мы сейчас опять ему по башке до вечера стрелять будем. Но зато безопасно. Надеюсь, мне стрел хватит. Чуть-чуть пониже возьму, глядишь, побольше будет урона прилетать. Ну также 79, не больше.
Андрей Тихонов. Там 15 кхп. Попробую. Хотя бы максимально ему нанесу урона. Может быть, потом остальное получится как-то добить, я не знаю. Пока он не двигается, пока он меня не мудохает, давайте попробуем так. Время охуительных геймплеев. Ирил Гаоси, это плесень. Очередная плесень. Двадцать стрел я примерно снес ему четвертуху. Стреляем по максималке. Бля, вот любит медитака, короче, остановить игрока и вот просто монотонно стрелять в одну точку. Что это встречалось в первой части. По драконам мочил, что по личинкам каким-то и стены торчащим, что вот тут, короче. Половина у него слетела. Я думаю, должно мне стрел хватить, но если чего, мы этот какого достреляем с какого-нибудь другого лука. Главное, процесс-то идет. Можно даже только заряженным попробовать. Смотри. Ну да. Стаминку-то тоже расходует это дело. По-моему, у меня в запасе еще есть арбалет и какие-то еще там штуки. Но я хоть сдвинусь с места, пока это падло, короче, тут не сдох. Угу. Все, заряженные удары закончились. Серьезно? Он вспомнил то, что надо двигаться. Да не вопрос. Вот так вот, короче, да, он должен находиться. О, так и урона побольше. Как эти мобы работают, я хер знаю. Беда разрушения. Давай последние две. Ирил Гаоси. Он просто осознал, что минус. Да. Не так. Дошло до него. Слушай, ну каких-то приколов насыпали. Еще 30-ку душ. Спасибо. Спасибо. Так, у нас, короче, тут что-то выпало с ящерок. Прям оголянем. Посмотрим. Ну и в принципе то все. Дрюха где-то здесь, да, говорил проход. Ну я что-то не вижу. А вот он. Сейчас мы туда залезем. Эту штуку соберем. Я думал, вот здесь можно будет пройти. Мудацкие ящерки бесят что-то. Бодаются.
Я думал, вот здесь можно пройти, короче, ну и просто стоять спокойно и расстреливать эту виверну. Но хорошо, что не решил туда ломануть. То я бы очень быстренько бы сдох. Так, а тут прохода, короче, вообще нету никакого. Да. То есть я априори должен был сюда идти. Как ни крути. Пошли еще. Я думаю, что я должен как-то забираться уже. Пора бы мне наверх. Это у нас опять эта курва, которая будет спамить мелкими крысенышами этими. Надо как-то до нее быстро добраться. Андрей Тихонов, до костра дойдешь, можешь в босс идти, дальше ничего нет. Так, подожди, давай мы сначала сюда найдем. Он вдох. Нормас. Ирил Гаоси. Кстати, с наступающим китайским Новым годом. Вот думаем, праздновать или мимо. Я тоже с наступающим. Я думаю, что мимо. Нахрена нам. Китайский Новый год. Так можно, короче, потом какой-нибудь ирландский Новый год спраздновать, знаешь там. И пить круглосуточно вообще. Потом дни рождения пойдут. 8 марта. Потом вжух, и ты уже в штопоре, и тебе нужно клинику вызывать. Так. Вниз. Делать там нечего. До костра дойдешь, можешь к боссу идти, дальше ничего нету. Окей. Смотрим сначала, где костер тогда. MR.toaster. Чё-то я того этого. Ты уже аж приготовился, что ли, бухать? Так. Давай наверх. У нас... Подожди. Тут еще что-то. Какой-то проход. Кстати, серваки до сих пор так и не работают. Все нормально. Тот, кто идет путем дракона, не должен звонить в большой колокол. К чему бы это? Ну, битва вон там. С боссом мы вон там будем биться. Это гадалки не ходи. Какой-то большой колокол. MR.toaster. Не я 23 минуты стрима проебал. Стоит позвонить в большой колокол, и ничего не останется. Что они имеют в виду? Тут срезка. Наверное, вот этот рычаг и должен эту срезку открывать. Чтобы напрямую, то есть к колоколу бежал. Андрей Тихонов. Нет, не там. Не там? Потянуть рычаг. Главное лишнего ничего не дернуть, чтобы потом это как его. Ну, типа мега сложность игры какая-нибудь не включила, знаешь. Какая-нибудь вот в этом роде. Так, ну вот костер. Хорошо. Я не против. Сейчас надо будет портануться, короче, в этот. Андрей Тихонов. Тени босс. Угу. А там тогда что? Вот, вот прям тут. Просто вот тупик и все. Как же треска там? Давай попробую спуститься, посмотреть, что есть. Ирил Гаоси, это рычаг, когда станешь драконом? Я не знаю, что это за рычаг. И стоит ли вообще его дергать? Андрей Тихонов, а вот там нихуя нет. Угу. Ну все равно давай пробежимся, посмотрим. Че, не зря локацию рисовали, что ли? Так, ты получается отсюда бежишь, проход тут. Мы сейчас с этой стороны, короче, открываем срезку. Ко второму костру. Да? Только рычага тут нету.
Вот урода. Да, рычага никакого нет. Андрей Тихонов, рычаг зовет босса. Угу. Окей. Хорошо, что сказал. А то я бы подумал, то, что это средка. Дернул бы за рычаг. И вообще бы костра бы не добежал. Ну ладно. Давай, короче, мы сейчас поднимаемся тогда наверх, осматриваем по прямой все, что есть. И потом дергаем рычаг. А, нет, сначала надо будет в храм ломануть. Качнуть уровень, все-таки 70-ку набрал. Чтобы не пролетало зря. Андрей Тихонов, после босса откроется срез. Угу. Отлично. Блин, что-то бесит эти реальные ящики. Ну, они какие-то мудацкие. Бодается что-то. Все, отъехала курва эта сразу. Так, тут у нас тупик, еще лестница. Что дают? Мерцалка. Ну, сейчас вот такое и наваливают, как бы, чтобы ты до конца уже докачал оружие, которое у тебя есть, которое тебе нравится. Ну, я типа отъебался от них. Так, 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 здесь я прошел все. Сейчас вот здесь еще заглянем. А нет, я сюда спустился. По прямой поехали. Давай, давай, давай. Но сейчас вон тот прибежит атаковать. Что-то с двумя тут биться не очень охота. Конечно, помещение это позволяет, но нахрена, если можно по очереди их вырубать. Тут их трое даже. Угу, тот ушел, нормас. На хуй тебе. А-та-та. Ай-яй-яй, ну что-то я машу как-то бесцельно, блядь. Столько ударов просто в трубу улетело. По 600 отрывает у них так-то. Видишь, походу, смотря еще какой моб, как он готов впитывать урон. Так, ну давай, давай прямо отсюда тогда и полетим на них. Первая петушка. Андрей Тихонов. Босса, босса, босса. Погоди еще. Давай, ну, просто хоть осмотреть. Так-то я понимаю, то, что можно хоть по спидрану тут летать. Я лутец пособираю. Чего бы нет. Так, ну придется опять его ждать. К сожалению. Че, он идет ко мне? Ладно. Ждем большого. Стрела у меня по-прежнему 99. Андрей Тихонов. Чипс вянут. Жду экшн. Терпение, терпение. Вот опять. Протираю кучу движений. 300-ки-то я у него подорвал. Ай-та-тай-та-тай. Ну. Еще разок. Падла. Ног сшибает. Да пей ты свое ди... Блять. Пока встанет, пока догадается фляжку свою к морде поднести. Чувак берет его, вырубает и все. Неудивительно. Нет, не вообще не сюда.
Теперь я уже должен эту курву завалить, как ни крути. Просто потому что надо. Две тысячи. Ну, на сдачу, короче, стрел накупим. Ибо пригождаются. Мне сейчас тут еще в DLC поносить, так что. Дай-ка мы вот это поближе. Оп. Оп, вот так вот еще. Почему считаю то, что мобов надо полупить? Ну, типа, разыграться что же надо, да? Чтобы не сразу битву принимать. Оп. Ну и давай. Средний раз ты ему треснуть осталось. О. Отъехал. О. Тут все весело, да? Сколько их там? Штук 6? Ладно, хоть отъезжает быстро. Было бы 6 жирных, я бы, наверное, попал. Давай, 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 ну. Так. Ой, ебать. Тут народу прется ко мне. Пиздот. Там еще два здоровых. Что-то я думаю, стоит ли вообще туда идти? А, давай, наверное, я пробегусь, короче, душу заберу. Если там ни хера нету, то смысл мне страдать? Что-то очень немного просто их, на квадратный метр вообще. Это все, конечно, весело, но... А дела не делаются. Андрей, тихо. А я тебе отчет. Я просто думал, что тут их действительно будет, вот как тебе кажется, стоит два человека и все как бы. Ты их валишь, но нет же. Тут же надо 20 тысяч человек поставить. Пошел, очко. Пизда, я могу сейчас без душ еще остаться. Да выебывался. Эй, блядь. Они просто толпой запинали. Ладно, я попробую сейчас душу тупо вытащить. И нахер оттуда. А причем кто-то же ломился, да, вот это все дело проходил, мучился, чтобы просто в стенку упереться и все. До свидания. Отправиться, давай, прямо где? Да-да. Качнемся и стрел загупим, и нормас. Будем звонить в колокольчик, призывать босс. Что делать? Просто опять тут у Хидетаки заеб зашел, и ему нужно срочно бахать было Ctrl-V, Ctrl-C. Ага. Так, ну что, может быть физическую мощь качнуть? Видишь, может мне когда-нибудь повезет перчаточки даже опять напялить. А то я что-то без рукавичек бегаю. Глядишь, руки отморозить. Так, так, так. Ну, еще бы левел поднять, я думал, мне бы на перчатки хватило. Наверное.
Сейчас не хватает же. Да, перегруз сразу же. Ну и похер. Так, стрелы. Стрелы. Бла-бла-бла. Да, посмотрим. Может, у нее что-нибудь интересное еще можно взять. Я, кстати, видел то, что вот этого безымянного короля немножко лупят вот этими кукри. Стреляет. Вот прикольный, но ни о чем. Ну, как бы, везде есть плюсы и минусы. То есть тут практически соблюден баланс, чтобы ты, как бы, что бы ты ни купил, у тебя примерно одинаковая раскачка оружия будет. Нормально. Как раз 11 душонок у меня осталось, какие-то там пидорублики. Пойдет, пошли босса вызывать. Большая колокольня. Зато не обидно будет душу просто просирать. Так, теперь колокольчик у нас вот тут. Сделаем большой день и погнали. Только не знаю, правда, в какую сторону. Заработала дьявольская машина. Сейчас геймпад со стола слетит от вибрации. Андрей Тихон, пошла жара. Красота-то какая, сирота. Я думаю, может щит снять или попробовать сначала со щитом. Давай так сделаем. Просто, я так понимаю, мне надо вниз падать, да? Понял. Бах. Ну, погнали, чё. Как говорится, была, мать его, не была. Да, и че, хер попадешь с него. Хоть бы приземлился. Где он? Я его даже не видел. Понятно. Не дает треснуть по себе. Не достаем. Зато он прекрасно достает. Пизда. Какую штуку тогда надо иметь, чтобы просто дотягиваться до него? Интересно. Кирилла, здравия. Принимай лайк, Осип. Здорово, Кирилл. Ну-ка, по ноге. Дыщем. Это типа Final Fight. Да, походу. Типа финалки. Ну, в принципе, возле ног безопасно, но урон вообще никакой. С двух рук я наношу ему 75. В голову надо бить, в голову. Ваншот. Нормально.
Я до башки не дотягиваюсь. Я не знаю, в чем дело. Надо четенько смотреть, куда лупишь. Кирера и Лурай, как делишки? Отлично дела, вот. Только с боссом познакомились. Чувствую, мы с ним будем долго дружить. MR.toaster. Это посыл день и босс? Или как? Ну, если не заходить в DLC, то это предпоследний босс. По 400. Короче, надо очень удачно попасть. В этом основная проблема. Я не успеваю. Ваншот. Два удара, ты покойник. Ну, по пятихадочке у него отрубать так-то нормас. Кирера и Лой. Я вот вчера отмечал небольшой юбилей. Не знаю, видел ты или нет. Не, я вчера этот какой. Я вчера занят был до позднего, мать его, вечера. Думал стрим подключить хотя бы часов 8-9 вечера, но нихера, я не успел. Еще и завтра ночь. Ой, с утра. Что за юбилей-то? Проблема в том, что ты его не видишь. Никогда. Кирера и Лурай. 12. Да. Он ничего не дает сделать, пока что. 12 тысяч подписчиков, поздравляю. Поздравляю. А ничего не дает сделать. Щит. Я не знаю, может быть, конечно, поможет огня. Я не знаю, давай попробуем щит от огня спастись. Хотя бы посмотреть, как у нас щит Кирера действует. Лурай. Майк огонь минус. В прямом смысле слова. Ну да, это Диабло у нас. Ой, какой, блядь, Диабло? Дум. Андрей, тихо. Из Дума, Майка. Фокус возьми. Так а мне все равно даже в фокусе в него не, до него не дотянуться. Вот и все. Вот и слетел фокус. Кирера и Лора. Идеально подходит к этой игре. Ну да, что-то такое, блять, в этом есть. Два удара. Два удара, и ты холодный. Без изданного. Я пока не знаю. Надо очень здоровенный дрын, походу, иметь. Просто чтобы дотягиваться до него. Фокус часто слетает. Прям надо как-то, не знаю, следить за этим делом. Андрей Тихонов. Ну, напади это такое себе сатамаза. Так а думаешь, клавомышь, что ли, лучше? Тут тоже на клавомыши будет садамаза. Андрей Тихонов. Это только первая фраза. Я знаю. Потом мужик слезает с петуха. И потом еще мужика мудохать. Андрей, так. Конечно. Не достал. Андрей, блять. Как в этом нужно нападать? Сука. Я вообще не видел, откуда у меня урон прилетает. Вообще не видно. Она откуда-то с крыши просто на тебя сыпется, и ты дохнешь. Причем дважды. Ну, два раза получил, все, ты покойник. МР. Алекс Л. Помянем парня.
Да. Так, ну щит мне явно не нужен. От слова нахер совсем, походу. Мы щит убираем. Ставим перчатки тогда. Вот такая пьянка. Давай, мотыгу в две руки. MR.тостер. Был пацан и не пацана. Надо вокруг него как блоха скакать. Андрей, тихо. Вот осмышкой все за ЭБС видно. Чётенько, как оно прилетело. Второй раз. Нормально. Полежим. Уёбок. Нахуй тычку. Так, и давай под ноги ныкаемся. Петушня, а? Я пока отставал, он меня добил прямо на земле. Заебись. Самурай классы. Короче. MR.тостер. Курица летучая. Ну, в принципе, курице можно между ног заныкаться, чтобы отхилиться. Под ноги он себе не бьет, это факт. Тут надо какой-то лютый момент выждать, чтобы треснуть ему. Ну да, вот типа того. Ну, да, все. Нихуя не вижу. Камера где-то в жопе. Я тебе в ДКВЛС скину идеальное прохождение первой фазы. Ну, я это уже сейчас посмотреть не смогу. Дотяну? Не, не дотянулся. Иначе огнем будет зажать. Я в ВК сейчас не полезу, сам понимаешь. Покойник. Максимум что-то я пока успеваю ему два раза треснуть и все, и он меня просто выносит нахрен. Можно попробовать топор схватить. В принципе, мало это чем поможет. Самурай класса. Ну ничего, я 36 попыток убил. Вообще не дотянулся. Да сука, я не успел даже отхилиться. 36. Ну, тогда это какого? Тогда мне надо будет попыток, наверное, соточку. MR.тостер. Поднять щиты. Как говорится, с мечом к нам придет, да? Тот от меча и погибнет. Так-то урон по нему прилетает, все окей, но надо просто... концентрацию ниже, чтобы от этой курицы не схватить на курином бою. Очень четенько надо ему попадать. Я пока окошек не вижу. Он лупит и все. Какая-то паника в селе начинается. Ну вот разок он морду опустил. Прилетело. Прыгаем. Самурай класс, но самое топы во второй фазе.
Так, стреляем. Два. Ну да, больше двух не, даже не хера рассчитывать. Не дадут тебе больше двух раз ударить. Долго вставал. Ну вот оно, в принципе, окно, пока он огнем дышит. Хиляем. Блять, просрал. Просрал окно. Прям под огонь прыгнул. Так. Нет, не успею, блять. Ну я сам замудился. Прыгаю что-то возле него, минжуюсь. Он скачет, и просто надо вовремя, пока он бошку опускает, либо дышит только огнем. Самый, в принципе, большой такой промежуток. Надо ему напихивать. Два удара, не больше. Больше он не дает сделать, как ни крути. На третий удар ты лупишь ему, и он начинает голову поднимать, все. Марсик. Самурай класс. У головы виверны уязвимость к молнии. Так, надо бы попасть по ней. Самурай класс. 70.3%. Угу. Ну есть топор. Топор есть. На молнии. Сейчас попробуем его поставить, что. Надо возле шеи, короче, крутиться прям. В надежде то, что тебе дадут треснуть по нему. Блять, как он по-мудацки, конечно, после этого подачи этих встает. Встает, твою мать. Теляйся. Проблема в том, что ты не видишь этого босса. Тебе откуда-то с крыши урон прилетает и все. Давай топор возьмем, раз 70% у него к этой херне. Ну, я не думаю, что он прям жестко это поможет. Ту-ту-ту-ту-ту, топор. Давай так. Две ручонки, поехали. Дербанить петуха. Ну, если меч у меня по 4 сотки сносил, то топор, наверное, будет, ну, по пятихатке отгрызать. 600 максимум. 550. Ну, блин, где-то в этих числах. Не более. Проблема в том, что как к нему подойти. Урон-то влить не проблема. 600. Топором лучше. Блять. Я так понимаю, я еще неплохо за колонны, да, запинаюсь. Гандон. Долго встаешь, крутишь камерой, тут же он тебя добивает сверху, все, покойник. Такие дела. Но топор лучше, согласен. В принципе, как вариант, можно суперударом попробовать треснуть по нему. Суперудар примерно, ну, 800 у него отгрызет. Ничего, сейчас придрочимся к этой фазе. Не проблема. Просто нужно понять промежутки, когда треснуть ему можно. Где спрятаться?
Так, куда бить, понятно. Непонятно пока, как прятаться. Нихуя не вижу. Топора и ётопа. Вам? Но очень долго встает, очень долго. И урон колоссальный просто получаешь, блять. А, меня он сейчас огнем затравил, чтобы добить меня на земле. Я даже встать не смог. Это в этом геморрой. Только попадаешь, короче, на одну атаку, пизда тебе ваншот, короче. Но уже стабильненько половинку я отгрызаю. Пирожка куриного. Я думаю, во второй фазе проблема, просто надо будет зайти ему за жопу и напихивать урон. Ну посмотрим. Ага. Решил он не приземляться, короче. Сукин сын, пока летает, попробую похилиться. Блять. Я не успел. Третий раз кацари меня объебало. Неплохо. Люблю готовить. После удара дракон отпускает голову, не видит точка 3 удара, бегаешь и ждешь огня или очередного удара. Надо это как-то. Люблю готовить. Дракон не очередной. Ай-яй-яй. Давай, раз. На второй не успеваю. Куда-то по воздуху мусолю. Так. Стой, стой, стой. Сучка. Я не успел добежать. Давай, хилонем. Делай. Понятно. Ваншот. После удара дракон опускает голову и нужно бить. Логично, я заметил. Три удара, отбегаешь, ждешь огня или очередного удара. Ну, понятно, что надо отбегать от него. Потому что он тебя замудрил. Люблю готовить. Под ним не бегать. Дракон ни о чем. Согласен, дракон ни о чем. И это как вот танцовщица ни о чем. И лотрик хуйня. Люблю готовить. Всегда перед ним. Попробуй. Надо. Как сказать, со всех сторон его смотреть. Заебись. Я ничего не начал даже. Меня уже всю жизнь снесли. Где он? Без понятия она. Рано ударил. Че творит? Люблю готовить. Вот дальше помучаешься. Я уже помучаюсь. Даже прям на первой фазе. Люблю готовить, наверное. У меня в любом случае с ним мучиться. Что на первой фазе, а потом, когда я привыкну к первой фазе, я буду мучиться на второй. Все нормально. По-моему, тут нет таких боссов, чтобы ты без мучений их прошел. Ну вот, кроме там здоровенной такой шляпи маг. Я даже его как босса не заметил. Просто замудохал его и все. Остальные я со всеми сидел по полчаса, с какими-то и по 7 часов. Не попал. Зато он прекрасно попадает. Проблема в сраной камере.
Ты не видишь этого босса? И у тебя буквально какие-то секунды, просто чтобы он тебя не замудохал. Как-то так. Люблю готовить. Я сейчас прохожу игру второй раз, вообще не замечаю силы боссов пока что. Ну хорошо. Значит, удачная прокачка. По ударам друг друга сделали. Но почему упал? Что с устойчивостью ног у него стало, я не понимаю. Люблю готовить. Хранителей с первого раза. Он просто, этот, как его, он просто валяется постоянно под боссом. Кстати, да, не каждый босс тебя может сбить с ног. Ну что происходит? Я вообще нихуя не вижу. Какие-то перья, блядь, мелькают. Какая-то хуйта. Понятно. Хиляем. Просто какая-то каша из пикселей, я не знаю. И тебе урон сверху прилетает. Вот, блядь, все, два раза. Я даже не знаю, с какой стороны, я не понял. Урон сверху сейчас был, то ли справа, то ли сзади. Просто у тебя вот так вот камера перед твоим лицом закрывается перьями, вот этими здоровенной хуетой, короче, шеей там, я не знаю, и ты пытаешься куда-то в воздух, вливаешь урон в стенку там, неважно. Ну, в основном ты по воздуху месишь топором, как бы, и по нему не попадаешь. Потому что ты тупо его не видишь. Под ним не бегай. Давай попробуем прямо перед ним стоять. Прямо перед мордой. Если он улетать не будет. Вот типа того. Нормально. Хорошее начало. Во время атаки огнем надо было заходить с правой стороны и бить. Я не успел, потому что я находился перед ним. Абсолютно ты босса, короче, не контролишь. Но по нему урон хороший проходит. Спасибо хотя бы на это. То есть фактически мне его топором надо передануть раз 6, наверное, 10. Где-то так. Люблю готовить. Перекатом через огонь. Ну, он просто приземляется, сшибает тебя с ног. Ты труп. Почти. Где он? Ну вот. Ты пока его ищешь, короче, в пространстве полном ахуе, он тебя добивает огнем. Откуда-то сверху. Неважно, он где-то там. Закрепляем петуха. Не знаю как, ну ладно, я не дотянулся.
Ну, в принципе, когда он наверху, как вариант, можно от него убежать. Ну чё, огонь? Нет, не огонь. Я его не вижу. Не достал. Так, пока я его лупил, мне прилетело от огня. Чудеса. Да и только. Наверное, для пиромантов и магов он самое то. Потому что они могут вверх стрелять и так далее. А так как ты с мечом, и тебя, по идее, светит только ближний бой. Да ёбаный ты урод. Но начало было неплохое. Я даже целых два раза по нему ударил. Причем, наверное, лучше, да, сильной атакой его бить, потому что часто ударить он тебе не дает. Прям несколько раз подряд. Разок треснул, пытайся вернуться. Побежали. Заебись, когда так атаковать можно, блять. По-моему, это новая атака. Я босса вижу. Где я? Хер его знает. Просто я просто по земле валяюсь, он меня захуяривает. Я встаю, поднимаюсь, лечусь, снова поднимаюсь, чтобы отлечиться, и потом снова лежу, и он меня добил, пока я лежу. Отец. Веселый босс. Ничего не проходит. Пока он в воздухе, я ему никак навредить не могу. Просто. Я не знаю почему, но я сейчас ему трижды. Ну, по крайней мере, два раза я должен был ему попасть. Ну, башкой же своей трясет. Это ништяк. Восемьсот. Оу. Это что-то новенькое. Ну, я опять ничего не вижу. Не попал. Люблю Гаркович. Подвергать головенных не только после успешного переката. Люблю Гаркович. Почему не достает? На дистанцию. Да ёбаный ты козел, блин. Ну, мне повезло, я чуть побольше у него снял, чем половину.
Примерно что-то вот так вот, примерно как-то надо вот так вот лупить. Он упал. Чему я не достал сейчас? Я не понимаю. Все, питок подох. Подох. Прикольно. Рафа. Че, птичку жалко? Не ссы. Чай тебя закопаю. Правда, не с первого раза, естественно, не с первого раза. Ну, на петуха я только одну флягу потратил. Это прикольно. Больше есть моментов на пожить. Я потом эту заставку буду скипывать. Смысл все это пересматривать еще раз. Давай. Надо за спину заходить. Как обычно. Лупит и лупит. Короче, теперь нужно, чтобы все звезды сошлись, и петух также отлетел с минимальными потерями. И потом уже идти на вторую фазу. Теперь ее учить тоже надо. Где он? Я не знаю. Ну вот он. Прикольно. Не достал. Побежали дальше. Зато он достает прекрасно. По идее, бы логичнее, конечно, этого короля чем-то другим удохать. Ну, топором. Хотя... Короче, у петуха-то понятно то, что урон к молниям, а у короля, по-моему, нет. У него, по-моему, какой-то другой дамаг лучше будет проходить. Ну, типа огненный меч там или еще что-то. Но он тупо не даст переключиться на его. Андрей, тихо. Все идет по плану. Границы назад. Ну, хорошо. Без понятия, где он. Утырок. Сраный. Не достал. Да. Большая проблема понять, где, на какой дистанции от тебя и твоего оружия находится башка этого петушара. Иногда просто месишь в воздух, тебе весь обзор перья какие-нибудь закрывает, вот это вот всякое говно.
Поэтому ты в основном у тебя удары просто в трубу куда-то улетают. Да, ты ему наносишь большой дамаг, окей. Но ты не попадаешь. Люблю готовить. Все равно какое оружие. Просто вовремя перекат и удар по башке. Да это понятно, то что без разницы какое оружие. Ну просто от какого-то он будет больше урона получать. Все как завещал китайский генерал Ясин Хуй. Да. Ясин Хуй. Андрей Тина, отпетуши его. Я бы с удовольствием. Там тут валяться перестанет, належится вдоволь на земле. Андрей Тина, это я босс. Почему урон не прошел? Вот что за хуйня? Ну, второй раз я уже не надеюсь ему прецнуть. Нихуя не понятно. Но очень интересно. Не вовремя. Где он? Хуй знает. Так, вот я хотя бы по ноге определю, где он находится. Все, он полетел. Гандон. Ну, меня сейчас добьют. Да. Были при все предпосылки, ему парочку раз был, я треснул, и он был мертвый немножко. Тарам-тарам-там. Короче, не больше одного раза, по идее. Один, максимум два. Он разрешает по себе треснуть. Потом надо как-то ховаться. Прятаться надо, но не под ним. Как под ним? Короче, по возможности. Я вот это вот пока момент не совсем уяснил. Неплохо. Молодец, попал. Вот не проходит туда. Лупишь как-то вот рядом с ним, но все не то нафиг. Андрей, тихо. Стопочек. Чтобы кровь забурлила. Куда делся? Ну понятно. Что делать будет? Угу. Почти. Ебанутая хуйня. Люблю готовить. С ним нужно держать дистанцию. Приближиться только для двух ударов. Я с удовольствием дистанцию подержал. Не дает. Че, куда треснул вообще? Хер знает. Ну ладно, он хотя бы подох. У меня 9-8 у меня фляжек. Новые атаки.
успел. Надо было не пить, надо было отходить от него. 4 раза я по нему ударил. Ништяк. Прям прогресс чувствуется, вот прям. Такая хуйня. Много фляжек слил на дракона в этот раз. Короче, у нас дед дает не больше 1 удара. Это прям надо себя на носу зарубить, татуировку себе сделать. Да, на что я рассчитывал. Соберись, прятка. Ага. Где он, блядь? Вот камера юзает туда-сюда, дергается, но... Где этот утырок? Кто показывает? Давай, 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 урон. Бах. Еще? Андрей, тихо. Наверное, не даст. Пойди и втащи. Никаких образов. О. MR.post. Будем же QBL.... Вот опять, опять какой-то замес с этими пикселями сраными. Опять. Просто тебя камера закрывает, чтобы ты посасывал долго и упорно. Раз. Не достал. Угу. Жить мне возле этого пидора мохнатого ровно 2 секунды. Теперь надо там окошки искать, чтобы хотя бы похилиться. После 3 ударов есть какой-то там задержка какая-то, как раз глотнуть, так сказать, живительные влаги. Люблю. И достал. Зато сет потом будет как у него. Да, я не думаю, что этот сет мне пригодится. Вообще. Хоть как-то. Блять, ты попадешь по нему. Зато он клювом своим таранит тебя. Охуенно. Сейчас бы не похилился, он бы еще меня добил. Хуй знает, какое расстояние от петуха до меня. Не достал. Рано, потому что лупить начинает. Блять. Серьезно, и не попасть. Такое мудло вообще. Давай свою голову, петухтыны. Эх, почти. Но у меня стамины не хватило. Не попал. В этом и геморрой ты лупишь, блядь, в другую сторону вообще от него. Чё, где он? Блядь. Ты пока его ловишь, вот в этом вот хаосе просто... Тебя выебывает этот гандон на сверху. Копьемся.
Ну, в принципе, все равно херовый забег был. Уже там что-то у меня 8 или 9 фляг оставалось. Надо максимум 1-2 использовать на этой душаре и все. Вот я, нахуя мне босса показывают? Вы меня показываете, что со мной происходит? Где я нахожусь? А то как мудаки, блядь. Не дотянулся. Это я сейчас нихуя не вижу. Вот что тут делать? Когда тебе просто весь экран закрытый перьями. И ты получаешь урон откуда-то сверху, просто с крыши тебе прилетает. Как? Как быть? Они просто берут вот так вот, тебе босса закрывают. Бей, бей куда-нибудь, бей в стенку. Босс где-то рядом, вот тут он где-то. И все. Так и живем. За вот этот момент кувыркаться. Опять не вовремя ударил. Причем дважды. Я думаю, если я кольцо напялю, наверное, просто мне поменьше чуть-чуть урона будет, половину прилетать, и все как-то. А так что-то как-то... Выходов других пока не видно. Серьезно, я кувыркался в этот момент. Как он мне урон сделал? Да. Второй раз одно хп. Я сейчас ударял по башке. Урон должен был пройти, но нет. Странно. Я попал ему по шее. Ну, по-любому уже попал. То есть, я так понимаю, хитбоксы у него конкретно на голове и на ногах. Но на ногах можно не считать, чисто он башка, а в каком-то вот в этом районе. Если ты ему ударяешь по шее, то ты просто ему ничего не наносишь. Андрей, тихо. У тебя весь стрим впереди. Ну да. Ну, быстрее, быстрее. Не достал. А нет, достал. Повезло. Сука, поднял башку.
Так, ну теперь надо просто один раз точно ударить. Ну или он мне. Не вижу я нихуя его. Блять, ну где он? Мне камера сбивает нахуй, да и все. Угу. Решил он взлететь в тот момент, когда я побежал на него. Давай, петушиный король. Что-то скачу, блять, в разные стороны. Нахрен я вот так вот тоже менжевался прямо возле него. Надо в одну сторону крутиться, вправо. Правую, в левую, неважно. По-моему, в правую удобно. И все. А я прыгаю, блядь, прямо возле него. Ну, естественно, он не ебнул. Ирил Гаоси, повелитель шаурмы, добыл курятины. А вот с поваром не договорился. Повар дал мне пиздюлей. Ожидаемо. Да. По шее ему лупишь вообще куда угодно. Именно по клюву надо хуячить. Иначе тебе ничего не получится. Давайте, наверное, ребят, перекурчик, да, 3 минуты. Надо от этой мрази пуканчик охладить. Сейчас подойду. We'll be right back.
Продолжаем умирать. Интересно, конечно, как на второй фазе у нас щит будет действовать. Можно попробовать. Давай еще. Десять лет стоял. Не попал. Вот рядом треснул, но не попал. Сука. Долбанный дракон. А теперь по шее ему можно ударить. Вот как? Одно хп. А пизделку, сука, оставил. ПДХшки. Вот почему чат не прошло? А вот теперь прошло. Где он, блядь? Где-то сзади. Теперь снова он где-то сзади. Куда-то ебашу в сторону вообще. Не попал. Ну да. Дважды не дает ударить. Опять не попал. Почему не достал? Короче, ведоткая проблема с дистанцией тут вообще. Пизда, фляжкам, короче. Пока я до него доберусь.
7 фляг. Решил открыться и налетел на подачу. Снова, да, по-моему, у меня получилось что-то два раза по нему треснуть и все. Ну, пока не получится выдрессировать первую фазу. Конкретно, чтобы мне камера не мешалась и так далее. Тогда да. Тогда можно тренить вторую. Чисто случайно я ему попал, а вот теперь не попал, снова не попал. Откуда, блять, урон летит, я хуй знает. Просто свалка ракурсов камеры и все, и вот в этом мусоре надо разобраться так, чтобы треснуть точно в голову, и все тогда вот у тебя только вот тебе повезет ему нанести урон, и так надо сделать 6 раз минимум, или 7, я что-то не посчитал. Ну, один раз у тебя снимает примерно процентов 20. Хотел кувыркнуться, но там оказалась вот эта вот часть колонны. Среди тумана ее тяжеловато заметить, особенно когда смотришь на петуха. Чё не прыгнул, хер знает. То ли меня пламенем, да, задело? Ну куда ты бьешь? Лечиться надо. А он лупит. Еще раз. Да. То ли сверху, то ли сзади, я не понял. Пизданутый босс. Точнее, пизданутая камера на нем. Он большой, и камера теряется просто. Все показать не может, и отсюда геморрой. Он дергается, прыгает вокруг тебя, как бы то сзади тебя, то спереди, все это дело не успевает фокусироваться.
должен был попасть, но увы. Второй раз треснул, нет, я не заметил. МР. Ну как и думаю, что забито. Ну попадите, блять, по нему. Тихо, сейчас вот самая тема. Все, отлетел. Пиляем, пока он дохнет. А, блядь, 9 фляг. Ну, два удара и все. Или три даже. Не знаю. По-моему, три даже получилось пожить. Чуть-чуть. На 2 секунды больше. А если ты от него отходишь, он начинает волны эти пердежные пускать. Вот почти в секунду просто какую-то не успеваешь ему треснуть. Он тут же башку свою поднимает. МР точка пост. Соблюдай дистанцию двух педалей. Так вот, никак. Никак, у тебя все тут трясется, блядь. Волны блокируются щитом. Его своевременный перед. Щит еще надо успеть поставить. Блять. Понятно. Бляга нахуй пошла. Серьезно? Ну как? Ты по нему лупишь? Да блять. Не попал, просто не попал. Ебаный урод вообще. Не, хуёвый забег. Я покойник. Нерона начинаем убить в тот момент, когда он начинает голову поднимать. Получается, что я промахиваюсь. Теперь я его вообще не вижу. Где он? Где-то сзади. Блять. Камера все дергается, ебаный ты в рот. Вот опять, я не дотягиваюсь до него. Вот и вся дистанция. Хуй знает где он, потому что находится.
мудак ебучий. Ну, тупо повезло. Так, щит по-быстрому. Да, ёпта. Оставил щит. Вместе со щитом проебывает прямо назвенч нахуй. Просто выхуячивает этот щит. Поебень. Щит не работает. Только перекаты, короче. Пробивает куколкой своей прямо через щит. Даже можно, блядь, времени дать. Может быть, какая-то там волна и блокируется с помощью щитов, но это если ты будешь на дистанции с ним находиться. Но тогда какой смысл вообще пользоваться щитом, если можно вовремя перекатиться? Мы это ожидаем. А вот сейчас не знаю. Просто урон пришел, потому что ему нужно было прийти куда-то, откуда-то. А откуда-то сверху долбанулся. Ладно, еще есть полтора часа. Щитом просто проще. Ну, он пробивает щит. Бесполезен щит. Я сейчас щит поставил, он мне два раза треснул, и у меня нахуй отлетело все здоровье. Вот тебе вся защита. Люблю готовить. Также щит блокирует многие его атаки. Вот этот почему-то не попал, хотя должен был. Прыгнул не вовремя. Три удара, я у него сшибаю пол здоровья. Это как бы прикольно, но... Блять. Но что? Я, кстати, заметил то, что фокус иногда ловит на мужика, а иногда на голову. И когда он ловит мужика, то у тебя камера автоматически поднимается вверх. Закрывает вообще тебе нахрен все, и он тебя добивает просто своей мотыгой сверху. Удивительная ебанина, я вам скажу. Люблю готовить. Привет, сам можешь перелететь. ДМР точка отпусти. Попробуй без захвата цели. Может быть, ну так еще тяжелее, по-моему. Блять, я вообще ничего не понимаю в этом хаосе, блять. Из перьев, нахуй, и закрытой камеры. А что это такое? Я куда-то ударил. Спасибо.
Чётенько надо в такт как-то, блядь, покачивание его башки. Выливать ему дамаг. Вот сейчас мог, конечно, попасть, но почему-то нет. Вообще случайно долбанул как-то. Люблю готовить, чтобы попадать по голове лучший сорбет. Че, кто? Куда? Блять. Как урон прилетает? Иногда я просто не понимаю. Пизда. Так вот, видишь, чтобы попадать по голове лучше с таргетом, он иногда этот таргет вешает на самого наездника, а не вешает на голову, и все это дело сбивает нахрен. А если этот таргет не вешать, то, по-моему, еще тяжелее. Да, он как-то помогает, но он также, короче, оказывает этот таргет медвежью услугу. Понятно, будем мучиться. С учетом того, то, что вторая фаза вообще никак не идет. Думаешь, у меня есть время, чтобы переместить? Ну, видишь, что делает? Вот сейчас бы не валяться, еще разок ему треснуть. Но нет. Мы же должны урон хапать. Не в ту сторону ударил. Блять, ты дашь полечиться-то? Гандон. Люблю готовить. Эта фаза медленная, конечно, есть время. Я нихуя не вижу. Где он? Понятно. О, я хотя бы его фокус поймал. Спасибо. Раза с 10-го, наверное. Он сшибает с ног. Знает, в какую сторону он вообще атаковать будет. Но не, это его учить надо. Прям чтоб первая фаза ни хрена у тебя не занимала времени. Просто подбежал, напихал, все, дальше вторая фаза. И только тогда, когда ты его выдрочишь, этого козла, тогда ты сможешь ему напихивать, так сказать, крутиться вокруг него, заходя за спину, и наваливать урон. Люблю готовить. Я на плойке играю, нет проблем с перемещением таргета. Я на компе играю. У меня есть. Да, было опрометчиво, конечно, посчитать, в
что я смогу ему еще раз треснуть. Ну, а тут урон просто прилетел, потому что он должен был прилететь откуда-то сверху. Дракон взлетел, это либо прыжки в какую-то сторону, которая тебе повезет, либо тебе просто не повезет, и ты покрутишься не ту сторону. Сложность этого петуха в том, что ты его не видишь. Процентов 80 времени. Ты его видишь в двух случаях. Когда тебе получилось зацепить его за цель и бежать вокруг него, пока он летает. Это раз. Второй раз ты его видишь, когда мужик тебя лупит копьем. Третий раз ты его видишь, когда он шмаляет в тебя. Когда он шмаляет в тебя огнем. Все. Больше тебе его не видать. Вот, как тут ударить? В какую сторону? Прямо, направо, налево. Я кроме перья финок нихуя не вижу. Ну, вовремя треснул. Я вот сейчас на второй раз должен был попасть, по идее. Любой вообще любой. Куда-то в сторону. Поэтому нужна дистанция. Ну вот какая тут пизду дистанция, если ты не видишь, от чего дистанцироваться. Ты не видишь, от чего дистанцироваться. Он то сверху, блядь. Ну, тут по-любому у тебя ты дистанцию не сможешь соблюдать, когда он сверху. Только перекаты. Либо он постоянно у тебя где-то, ты под ним постоянно тусуешься, и он тебе наносит урон. Вот и вся дистанция. Чтобы дистанцию соблюдать, нужно видеть объект, от которого ты дистанцируешься. А когда тебе нахуй камеру закрыли, и все летает вокруг тебя, и ты урон просто с потолка получаешь, потому что, блядь, ты не там стоял. И ты не мог этого увидеть. Какая тут нахер дистанция? Ты вот случайно можешь ему дважды ударить. Бежать-то тоже надо знать куда, правильно? Хотя бы в какую сторону. Вот. Откуда я сейчас урон получил? Вот откуда я сейчас получил урон? Спину, вот я просматриваю эти карты, спину он мне потом только ударил. Я не понимаю. Я сейчас сдох, потому что, видимо, так надо было. Ударить. Ну хоть фляга не использована. Люблю готовить. От этого огня нужно перекатываться вправо и бежать в голове. Я так и делаю. Ну не перекатом, я в принципе по скорости ногами добегать успеваю во время потока. Тем самым я экономлю стамину, чтобы ему подбежать и треснуть. Люблю готовить. Два удара, опять дистанция. Два удара еще попасть надо. Видишь, я только второй раз замахиваюсь. Он поднимает башку, либо двигает ее в сторону. И все. Я не попал. Я делаю два удара, причем вообще без промедлений. Но я не попадаю.
О, сейчас ровно два удара. Понятия не имею, где он. Давай хоть полечимся. Вот, сейчас у меня таргет на мужике. На петухе таргета нету. Запить не дал. Сучка. Вот, повезло, я сейчас дважды его ударил. Стой. Ну-ну-ну-ну-ну, прыгай, прыгай, прыгай. Ну повезло, повезло, я сейчас ему третий раз случайно вообще задел. Серьезно? По-моему, между нами было хорошее расстояние. Я аж даже похилиться решил. Но он дотянулся тупо копьем. Не знаю. Было бы прикольно сравнить, если бы, знаешь, там, во время того, как он тебя задамажил последний раз, поставить, типа, игру на паузу, повернуть камеру, типа, просто посмотреть, сколько у вас между вами было расстояние. Потому что иногда ты очень несправедливо урон получаешь. Люблю готовить. Много прыгаешь, не торопись. Стараюсь. Но как только я начинаю... Ну, как только я попадаю на вторую фазу, у меня какая-то паника начинается. Не дотянулся. Где он? Ну это где, блядь? Покопил он меня, объебал. Нормально. Ну, почти ровненько я упал сейчас. Странно, но задел. Готов. Это было больно. Допить не дал. И добил нахуй, пока я пил. Он быстрый. У него резкие атаки. Не дает ничего сделать. Тихо-тихо-тихо-тихо, ну. Я не знаю, то ли урон вливать, то ли хилиться. Ну, логичнее, конечно, хилиться будет.
Еще бы разок. Но я тут нихуя не вижу. Когда подлетает сталь, вот чтобы так продержать. Блять, где он вообще нихуя не видно? Конец. Понятия не имею, где он. Угу. Нашел. Очень до хера прыгает. Много телодвижений. Ну, даже да, на удар не остается. Петушара, в принципе, чуть получше отлетает по сравнению с началом. Теперь надо как-то учить паттерны этого мудла. Почему сейчас не дотянулся? Он же мог дотянуться, я прям рядом был, я же видел. Куда-то в степи вообще долбанул. Ну быстрее. Очень долго пьет. Но где он? Понятно. Где-то наверху. Не, херовый трай, я покойник. Не вовремя. Эх, еще бы дотянулся. Он дотягивается раньше. Бы в тему попасть в него. Все, подох. Давай. Я ровно 3 секунды на этом пидоре живу. Я не знаю, в какую сторону от него уворачиваться, он, блядь, везде меня ловит. На конец анимации, на начало анимации. Петух, короче, занимает у меня примерно 5 фляжек. Это много. Должно быть максимум 2.
почему я сейчас не дотянулся. Зато он, блядь, дотягивается нормально. Вот это как? Вот. Какая должна быть ебаная дистанция до этого урода? Вот сколько надо, нет, чтобы прям вплотную к нему стоять? Чтобы дотянуться своей пуколкой. Ты, блядь, лупишь по этому херу, у тебя урон не проходит, зато он достаточно дотягивается до тебя. Ну, вообще просто замечательно, он до тебя допрыгивает. Ну, докалывает, домахивает своим мечом. Ты нет. Причем с учетом того, что у меня еще удар идет с замахом, и даже иногда он с подпрыжкой. То есть он подпрыгивает и ударяет. Я не понимаю. Я что даже, блин, на половине просто фазы отлетать начинаю. Рассчитывал. Люблю готовить. Есть три стадии: точка сначала паника, потом паягизм, потом раздражение. Может быть сразу раздражение. Люблю готовить. Самое хорошее для победы второй. Просто два удара. Он один раз ломанулся в мою сторону и на обратке то же самое сделал. Все, я покойник. То есть я как-то должен что, предугадывать, да, вот эти вот движения? Либо тупо на удачу.
Люблю готовить. Игра запущена под дайвинг. Но не дал допить. Да блять, дай ты допить-то, ебаный в рот. Офу. Побежали. Да, игра заточена под тайминг. Причем надо этот тайминг просто узнать. Для себя выяснить в голове, чтобы подстраиваться под этот тайминг своими атаками или уворотами. И все. То есть, как говорится, вовремя надо долбануть, вовремя надо перекатиться. Все. У тебя ничего сложного не требуется. Персонаж передвигается медленно, удары у него тоже медленные. Зато боссы. Боссы атакуют чуть-чуть побыстрее, просто на пару миллисекунд быстрее его сделай, и тебе уже, как игроку, будет сложнее. Потому что как быстро бьет босс и как медленно двигается персонаж, идет дисбаланс. Отсюда и сложность. Поэтому игроку надо выверить четкие моменты и просчитать вот эти вот секунды, когда можно атаковать босса. Ну или просто любого врага. Плюс, чтобы это все это дело эпично смотрелось, боссов еще сделали большими, чтобы ты их не видел. Такая сложная, как секира. Да, секира еще быстрее. Ну плюс еще там незнакомая всем механика в виде парирования. Серьезно, главное, я сейчас ударил, а мой удар не прошелся, но зато его удар прошел. Не, хуёвый забег. Да, я покойник. Слишком много потрачено. Много фляжек ушло. Поэтому даже пытаться не стоит. Хотя, может, и стоит, хер его знает. Тренить надо, тренить. И первую фазу, потом вторую фазу тренить. Тогда что-то получится. Я вон с Лотриком 5 часов сидел. Пока его не забагал, я его не прошел.
Не вовремя я прыгнул. Отсюда косяк. Почему я сейчас не попал, я не знаю. А теперь попал. Он нажимал один раз, он ударил два. Не попал, потому что голова была чуть выше. Буквально на какой-то там... На какой-то промежуток. Серьезно, я могу его, я не могу его ударить, потому что он огнем пыляется. Блять, это пиздец. Иногда эта херня как-то через жопу вся работает. Иногда урон получаешь просто потому, что ты должен его получить. Я понимаю то, что я вот вижу то, что я находился близко к нему, к пламени сейчас. Отсюда урон. А, так уже было, и я так не получал урон. Я не знаю, какие там миллиметры вообще. Ощущение то, что вокруг моего персонажа очень здоровенный хитбокс такой прорисован. Прям для босса это как красная тряпка. Люблю готовить. Просто он тебя замучал и торопишься. Может быть. Сейчас пить бы не начал. Он бы меня завалил с одного удара. Почему сейчас урон не прошел, я не знаю. Повезло, ударил дважды. Ну и он меня, соответственно. Не вижу. В сторону, в сторону, да твою мать. Почему-то стараюсь прыгать в сторону, но я прыгаю на него. Пытаюсь сократить, блин, дистанцию. Но прыгаю я на него. Как бы в бок, но все равно на него. Поэтому я практически всегда у него, ну, если не перед носом, то сбоку мальца. Так дела не делаются. Надо его полностью оббегать, что всегда у него будет за спиной. Боссы то все одинаково валятся. Заходишь за спину и лупишь. Ну, кроме вот таких. Андрей, тихо. Ждем нас босса. Люблю готовить. Все равно куда прыгать. Главное вовремя. Да, главное вовремя. Причем так со всеми боссами. Ладно, вовремя подпрыгнуть. Ну вот. Ждем ласт босса. Ну да, я тоже жду. В DLC хотелось бы сходить, но пока эта гнида жива, я DLC не попрошу, естественно. Так-то можно даже этого босса проигнорить и типа ломануться в финалку добивать, но... Кому? За DLC я тоже платил.
Вообще не вовремя. Пока вставал, он меня добил. Люблю готовить. Обязательно завали эту суку. Я бы с удовольствием, ребят. Скипывать ничего не буду, как бы, но... Да, надо завалить эту суку. В любом случае. Ну, типа, проходить боссов так уж всех. Ну, то, что есть на данный момент. Херово, что серваки не пашут. Вторая неделя пошла. Это отстой какой-то. Ну, типа, я не могу на помощь призвать никого. Хотя некоторые именно так игру проходят. Ладно, я хоть пизды получил, но треснул ему разок. Пока крутил камеру, он мне долбанул. И добил нахуй. Люблю готовить. Не нужна тут ничья помощь. Логично. И пострадай сам. Это понятно. Почему цель переключалась? Вот как не достал? Пизду, перекур. We'll be right back.
Пока вставал, получил еще люлей. Вдогонку. Гол в ворота. В раздевалку. Я просто для эксперимента попробую. Да, еле жив от атаки остался. Второй раз я уж не надеюсь по нему ударить. Вообще далеко. Чуть не не успел я щит поставить. Ага. Ну, допустим. На самую тяжелую атаку нарвался как раз в тот момент, пока начал его бить. Ну слушай, щит, по-моему, немножко даже помог. Попробую еще раз. Хер знает, может даже типа самовнушение, поувереннее себя со щитом чувствую. Не знаю. На какие-то атаки он прям хорошо защищал. Не в тему прыгнул. Люблю готовить. Да. Не в тему прыгнул, не в тему получил урон, меня добило. Но не от всех. Да, это понятно, что не от всех. Допустим, вот эта вот колющая, наверное, атака, которая на второй фазе, мне кажется, нет.
Не защитит. Люблю готовить. За станиной смотреть нужно. Да. Короче, один удар, где-то четвертушечку, даже побольше, наверное. Процентов примерно 40 сшибает у меня стамины. Но колющий выбьет нахрен этот всю стамину, и еще и урон получу. Явно было не заметить. Ничего не вижу. Понятно. Не вовремя я делаю перекаты. Много чего не вовремя я делаю. Отсюда такой ебанический урон. И столько этих. Столько фляжек уходит. Ну это понятно, 9 фляжек у меня оставалось. Половину я только снес. Если Трайн, ну как бы пошел, то он пошел с самого начала, как бы. Если ты начинаешь уже хреново тучу Эсту сопить и только половину у него сшибает, то практически нет шансов на вторую фазу нормально хотя бы дойти и нанести урона там. Удачный забег, когда две фляги использовал и переходишь на вторую. Вот почему сейчас он не дотянулся? Вот прилично же. Расстояние было нормальное. Ну от этой шнеги я вообще что-то пока не знаю, как уйти нормально. Друг другу урон впаяли. Понятно? Точненько, ровненько. Приземлился ему под удар. Тут я нихера сделать и не смог. Я просто в пламени подох.
чудом дотянулся сейчас. Иногда этого не получается. Даже два раза. Круто, чё? Ну как? Блин. Нажимал за перекат. Там почему-то не сработал. Что-то я щитом вообще не пользуюсь. Да, наверное, не получится. Ну вот же его рожа. Но вот почему он не попадает по нему? А вот сейчас я просто... Я не знаю, откуда сейчас урон пролетел. Вроде где-то сбоку. Сбоку и со спины. Со стороны правой, с правого плеча где-то он там долбанул мне, я даже не заметил. Первая ошибка. Я не вовремя прыгаю на этот удар. Это надо делать чуть позже. Куда-то там долбанул, хрен знает, не заметил даже. О. Тут я думаю, урона что-то давно мне не прилетало. Вот сейчас почему он не дотянулся? Удивительные иногда, блядь, вещи творятся. То есть, ну, ну вот его башка, но ты сейчас должен как бы, ну по-любому хотя бы кончиком-то задеть, но нет. Нет, ты просто не достаешь до него. Не то. Просто попробуй. Еще раз. Меч немножко подлиннее. Может быть. Может быть, я буду его задевать, но не факт. Да? Нет.
не достал. Чуть-чуть меньше сшибает, конечно, меч. Но больше шансов дотянуться до него. Да. Кстати, можно шапочку даже по этому поводу надеть. Все равно у меня перегруза нету. Топор чуть покороче, но лучше лупит. Вот поэтому как-то надо выбирать. Пока не знаю, что лучше. Чуть-чуть бы. Ну, серьезно. Я пока замахивался, получил по щам. Где мне его ловить? Сейчас совершенно случайно куда-то в молоко долбанул, но попал. Удивительно. Так, давай. Долго вставал. Эх, ну во второй раз замах, конечно, не пройдет. Карман 72. Привет, стрим. Здорово, давай. Херовенький забег. Хотя так, относительно. Не знаю, не успеваю ему навалять нормально. Гасит и падла, и все. А топором не дотягиваешь.
странно. Опять нажимал один раз, он дважды ударил. Точнее, уже третий раз. Да, меня добили в этом. В глубине. Я, наверное, сейчас даже если вставать бы начал, он бы меня тоже дохерачил. Последний раз попробую с этим мечом. Ни хрена, тогда обратно на топор надо возвращаться. С топором я хоть чуть-чуть подальше доходил. Меч как-то вообще. Он наносит урон, но топором лучше. Хер знает, короче, как быть пока. Несколько вариантов, но они неэффективны особо. Проблема в том, что я все не вовремя делаю. И урон получил. И треснул чуть-чуть. Люблю готовить. Неважно оружие. Главный дамаг. Да. Вот почему я сейчас не дотянулся до него? Но мог же дотянуться. Тоже не дотягивается. Да. Люблю готовить. Нужно близко к голове подходить просто. Так вот. Близко подходишь, он ее убирает. Только замах делаешь, он башку вверх и все. Ладно, еще есть полчаса. Максимум, может быть. Буду доходить до середины второй фазы. Перекат удар. Не нужно бить, если не уверен. Дело в том, что я тут в принципе не очень-то во всем уверен. Надо же. Я не нажимал, но он третий раз по нему ударил. Ну и попал. Удивительно. Ух. Секунду, в секунду просто не вовремя нажимаю. Да какой, блин, миллисекунда просто, не знаю. Полсекунды. Не вовремя нажал, получаешь урона. Целую пачку. А вы. Ну я что с Йормом сидел, что с Лотриком. Лотрик больше всего времени занял. Наверное, вот как с Лотрика пошло, короче, так и... Так как-то вот не очень все получается. Почему я сейчас урон получил? Хуй знает вообще. Видишь, у кого-то Йорм 3 минуты занимает, у меня 1,5 часа.
Да даже больше, чем полтора. По-моему, часа два я с ним сидел. Ну, не помню, я не засекал. Но сидел я с ним прилично. Пока это все в башке отвязал, чтобы, блядь, нормально ему дамага наносить. Окошки вот эти вот. И так далее. Я сейчас домакивался. Просто там не очень правильным нужно быть. Да, да. Этим правильным мечом я его ему дохал. Ну вот что, где он? Надо от колонны отходить. Так дела не делаются. Люблю готовить. Повелитель бури вроде называется. Да-да. Ну серьезно. Да как мне, блядь? В этой части Dark Souls 3, короче говоря, для меня вот самый легкий, единственный легкий босс был, это чувак в шляпе, маг. Я просто залетел, две фляги выпил, отмудохал его и все. Со всеми остальными я мудился. С каким-то 20 минут, ну там, пятый трай, допустим, я его заварил. С какими-то сидел 2 часа. Ну вот, больше всех... Люблю готовить. Почему этим мечем полтора часа бил? Так потому что я умирал. Я умирал. Вот так вот просто вот. Это не значит то, что я забежал в комнату и полтора часа ковырял его какой-то пуколкой. Я там умер раз 50, наверное. Пока не понял вот эти вот окошки, пока не понял тайминг. Вот и все. Сейчас пока здесь тайминг не пойму. Хер раз два мне, а не вторая фаза. Люблю готовить. Он его на колени ставит. Да. Ставит. Но потом-то он встает. Начинает тебя гонять по всей комнате. Люблю готовить. Там не нужен тайм. Нужен. Потому что тебе нужен тайминг, время, чтобы зарядить меч. А в этот момент он тебя гоняет по комнате. Постоянно душит. Короче, помудился я с этим уродом. Пиздец. Да, все равно забег был хуёвый. Люблю готовить. Там заряжаешь бежу, пока встает опять заряжаешь. Да, но то ли стамина мне не хватало, то ли что-то еще чуть-чуть.
Вот два или три раза я ему ударял, сносил большую половину, и мне оставалось только на два удара. Но стамина кончалась, чтобы зарядить, нужно какое-то время и так далее. Вот он начинает тебя мудохать по комнате, просто носится за тобой и лупит. Прыгает через всю комнату, атакует постоянно, непрерывно в основном. И все. С этой, как у станцовщицы, я тоже где-то часа два сидел. Заходят ребята на стрим, говорят, я танцовщицу с первого раза прошел. Я этого босса замочил за 3 минуты. Ну, что могу сказать, молодцы, я рад. Я рад, что у вас получается. У меня вот нет. Ничего страшного. Как бы письками мериться тут вообще бессмысленно. У всех потому что скилл в играх разный. И я вот до этого только в первую часть Dark Souls играл. Танцовщица может жопу надрать. Ну вот она меня и надирала меня жопу 2 с чем-то часа примерно. Ну где-то так. Я на одном стриме ее мудохал минут 40, по-моему. И на втором часа полтора. Примерно так. Точно не помню. Не засекал. Потому что, ну как бы поебать, прошел, не прошел. Я вот только поэтому ориентируюсь. Сколько времени я ее мудохал, не знаю. Сейчас с этим я тоже посижу. Может, 2 стрима он займет, но уже я 3 часа с ним мудохаюсь. 3 часа. Ну почти. Без малого. Вообще ни о чем. Попытка была. Да, я к этому боссу приступил, получается, минут 40 от стрима прошло. Минут 30-40. То есть я с ним уже сижу 2 часа 40 минут. Как-то так. Не попал. А был хороший шанс треснуть прям в рыло. Вот тебе и босс. Да? Вот мне и босс. Я уже даже на первой фазе половинку даже не могу ему снять, я уже отъезжаю. Нац. Может, заебался. Ничего, скоро выучишь атаки, и все будет норм. Может быть. Пару дней с ним посидеть. Подрючить. Люблю готовить. Мне сложными показались старый демон и финальный босс. Старый демон, я, по-моему, его завалил что-то с 4-го раза где-то. Просто, как обычно, прыгаешь ему за жопу и рубишь. Ну, как-то так, я не знаю, может быть. Смотря какое оружие там. Шмотки же тут ни на что не влияют.
Он не дотянулся. А мог бы. Ладно, пошли на вторую фазу. Спустя полчаса я все-таки добрался еще раз до второй фазы. Попробуем еще раз. Мне сложно показались Зеленый Король, Пантифик с Ливанами, Вир КС, Леонидир я еще не увидел. Да, только нападаешь на него, он тебя пробивает, станет и добивает до конца. Безымянный король. Ну, вот этот клоун на петухе, я понял. Понтифик Салливан. А, кстати, вот понтифика тоже довольно-таки, по-моему, со второго раза я забежал к нему и навалял пиздов. Медир. Люблю готовить. Понтифик с первого раза. Пожиратель богов тоже с первого. На пожирателе богов тоже я посидел. Тоже два стрима мудился. Ну, не полных, но тем не менее. Потому что эта курва непредсказуемая, но приблизительно понял, как его атаки действуют. Андрей Тихонов. Чуть-чуть получше. Финальный, такая няшка. Я в первой части Dark Souls финального босса вообще не понял. Какая-то хуета. Просто за спину его лупишься. Ну, как обычно, в принципе. Нет, ну я когда два раза начал проходить, я сам себе с четырех раз убил. Мне вот почему-то понтифик чуть попроще дался. Это любимый босс. У меня они, наверное, все. Я со всеми ебусь, короче. Просто с каким-то больше, с каким-то меньше. А пожиратели богов с одного раза. Вот где он лежит? Почему-то сейчас ненадолго он отключился. Хотя анимация была, как будто он вырубился. Давай, мудло. Удивительно. Вот пиздец, колет и колет, ты смотри, какая гнида. Кстати. Тут какие-то колоночки, за которыми можно, кажется, немножко спрятаться хотя бы. Дай ты хоть удар-то треснуть, но просто. Да. Когда-то щит помог. Сейчас не помогает. Я не знаю, блять, как это говно работает. Я, в принципе, доходил-то до него считанные разы, мне его даже... Зазернить его в катарсисе не получается, блядь. Нацу, надо прыгать. Надо прыгать. Я понимаю, что надо прыгать. Надо, я понимаю, что надо, блин, уворачиваться. Я понимаю, что надо тайминг соблюдать и дистанцию. Но, блядь, как это все сделать вместе-то? Я понимаю, все вижу, я ошибки свои вижу. Но по-прежнему допускаю. Вот в чем проблема.
Вот даже если хорошенько рассчитать, вот даже вот можно между ударами ему попадать. Но это ж не про меня. Неплохо. Не достал. Тут я тупо не должен был увидеть, где это. По урончику бахнули. Ай-яй-яй. Зачем пить начал, я не знаю. Чё, куда полетел? Нахрена прям на урон? Пизду. Хуёвый все равно забег. У меня даже уже первая фаза его не лучше бить одноручным оружием. А у меня нет одноручного оружия нормально прокачанного. Так я еще меньше одноручным буду наносить ему урон. Или ты про вторую фазу? Наверное, про вторую. Типа подача шустрее и все такое, ну это понятно. Не попал. Еще раз не попал. Зато он замечательно попал. Так и сдаю. Ожидаем. Нехер проебывать его. Просто как губка урон, пидорок. Причем на ровном месте вообще. Бить нужно тем, чему привык. Степан Рудницкий. Это НГ плюс. Привет, Степан. Нет, это не НГ плюс. Куда мне до НГ? Степан Рудницкий. Здравствуйте. Просто я очень плохо играю в Dark Souls. Поэтому кажется то, что все так очень сложно. Это первое прохождение. В целом первое прохождение. Один раз еще я играл в эту первую часть Dark Souls. Ну, прошел. Блин, ну он должен был попасть. Я тоже. Вот так. Кому-то, короче, походу дано, да? В такие игры лобать. Просто ну, на изи все проходить. Кому-то нет. Кто-то будет ебаться с каждым боссом. Вот почему я замахивался, но ничего ему сделать не смог. Причем замах у меня впервые был. Куда-то в молоко долбанул. Ну, от огня вообще не выйти. Как ни крути. Степан Рудниц, какие у вас карты? Блять. Что значит капать?
Не, хуёвый трай. Я даже половину у него не снял. У меня уже половину фляжек забрал. Стоишь, ничего не делаешь, он по тебе не попадает. Ну, спасибо, наконец. Характеристики персонажа. Характеристики перса. Левел. Сейчас покажу. Левел, по-моему, 100. Как-то так. Жизненная 31, стойкость 40, физическая 32, сила 45, ловкость 23. Все остальное не качал. Ученость я не качал. Интеллект, веру, удачу я не качал. Уровень 107. А хули толку, как говорится? Можно в тряпках эту всю игру пройти. Спасибо за подписку, так сказать. Степан Рубинский. У меня 127.50 ловкости. Это смотря, наверное, какое у тебя оружие. Какое-то от ловкости оружие больше дамага наносит. А какое-то... Блять, ну он серьезно, пока он лежал, мне было не попасть. Типа, ну... А так, так же. Видишь, в основном пушками, которые я пользуюсь, меч Лориана и топор, как показывают последние стримы, ловкость мне ни к чему. Ну вот этот топор, конечно, от ловкости тоже скалируется, но не знаю, по-моему, и достаточно одной силы. Да суть не в этом. Буду я на 20, на 50 там урона побольше делать, чем в данный, ну, сейчас. Разницы-то никакой. Если ты получаешь дамаг, если ты получаешь урон, то без разницы, сколько ты качал там левел. Если отлично уворачивался, то можно это, блять. Степан Рубинский. Естественно, перекийский клинок, мрак и черный клинок. Сабурай Лазер. У меня 120 ловкость, 50 силы, 30 стойкость, 30 хп, 45. Какой-то замес лютый пошел. Люблю готовить. Я всю игру прошел черным клинком. Ну вот. Кто-то парные клинки использует. Без разницы. Надо урон учиться не получай. А так можно хоть самого дьявола перочинным ножом заковырять. Пока тебя мудохают как кузика, ничего ты сделать не можешь. Кто-то в самом начале... Кто-то в самом начале идет, ковыряет танцовщицу, а потом проходит всю игру до конца. Степан Рубинский. Черный клинок. Хорошо. Видишь, кому-то удобнее. Кому-то удобнее вот черными клинками, катанами играть. Кто-то, я вот видел то, что вообще со щитами игру проходит. Два щита в руки и погнал. Кто-то эту игру проходит от начала до конца. Точнее, с начала. Ой, точнее, со самого конца и до... Последний босс у него получается первый босс. То есть задом наперед игру проходит. Кто-то проходит этот Dark Souls с завязанными глазами. Кто-то ее проходит на этом, как на танцевальном коврике. Круто, чё? Степан Рубинский. Я понял, что лучше иметь груз 29%. У меня на 69 сейчас загрузка. Где-то так.
меньше полтинника, точнее больше 50, когда процентов, то он нормально перекатывается. Ты чё, не теряешь? Да, на что же я надеялся, конечно. Нет, от этого огня вообще никак не уйти. Запрыгайся. Собирай класс. Да. Собирай класс. Правильно мыслишь. Степан Рубинский. А Попов. Дермага согласен. До 30%. Самая большая подвижность и самый дальний перекат. Только он начинает слишком часто юзать огонь. Люблю готовить. Я отдох. Этот огонь он применяет, если не держишь дистанцию. Не знаю, вроде сейчас ничего в поведении своем особо не менял, как бы. Как херово Степан пытался Рудинс. Его замочить, вот так, так и продолжаю. В принципе, действовал так же, но почему-то в этот раз он решил чаще огонь использовать. Ну, тут же рандомные атаки у боссов. Он с какой-то, ну, иногда с одной атаки начинает, иногда с другой. Я думаю, как-то так. Ладно, наверное, последние пару раз попробую сбегать. Нет, так. После стрима хотя бы первую фазу посижу, потренирую. Получится пройти, так и получится, нет, так. Продолжим в следующий раз. Просто за сегодня это уже второй стрим, как бы. Может быть, я уже тупо подустал. Вот как? Я его тупо не вижу. Степан Рубинский. Зависит от дистанции. Блять. Он иногда не позволяет мне дистанцию держать. Просто не дает. По идее, сам босс эту дистанцию делает так-то. Он ее никак не сокращает. Он никак ее не увеличивает. Он всегда держится ровно в определенном кругу возле тебя. Ну и, как правило, над тобой. Чтобы максимально тебе угол обзора сократить. Он не отлетает на другую половину карты. А он в основном прыгает по тебе. Ты у него всегда под ногами. Как пройти медиру, ребят? По-моему, я Медира не встречал. И он в DLC, да, каком-то? Потому что что-то я такого названия босса не могу вспомнить. Степан Рубинский. Я понял. Он быть легче. Нужно быть легче, если смотря какой у тебя билд. Ой, про Медир молчи вообще, а как? Тебе нужно быть легче, если у тебя есть определенный билд. Если ты там играешь, допустим, с кинжалом, вообще с катаной, вот так далее. Если ты играешь со щитом и здоровенной пушкой, то... Вот у меня сейчас... У меня персонаж не загружен. Я в перекатах ничего не теряю. Медир последняя DLC. Ну, значит, Степан мне еще Рубинский. Предстоит к нему дойти. Он DLS, город за стеной. Ага, да. У меня он впереди. Король в пяти степени, грубо говоря. Понятно. Хреново, что могу сказать. Я еще и там посижу.
принципе, я уже не надеюсь на ближайшее в будущем увидеть легких боссов, их не будет. Это типа конец игры, так что какие уже легкие боссы? Степан Руд. Только мучение. После 30%. Совершенно случайно сейчас ему как-то двинул. Не достал. Ладно. Собирает класс. А еще сестричка Фриди три фазы мафии. Степан Рубинс. Согласен. Гарин тоже лучше. Чем второй раз сейчас не бил? Но мне повезло через чисто из-за колонны уйти от этой подачи. Ну, дотянись ты немножко, осталось. Короткий топор. Неплохо. Удачно долбанул. Последний раз, короче, пробую эту фазу. И на сегодня хорош. Вот и все. Ни одного удара я не успел даже нанести. Хуй знает, может быть, надо отдохнуть просто элементарно. Степан Рудницкий. Трай до последнего. Не переживай, я тоже с ним парюсь. Так надо на сегодня заканчивать. Я еще после стрима, не знаю, сейчас может чайку попью после стрима, попробую посидеть хотя бы, подраконить первую фазу. Ну, не знаю. Типа поучить, короче говоря, потренить. Сейчас просто, я думаю, надо просто немножко передохнуть, потому что я делаю одни и те же ошибки и просто на одном и том же запариваюсь. Я сейчас даже... За сколько? За 40 минут я ни одного раза. Вот единственный раз я сейчас дошел. Может быть, два раза я дошел до второй фазы. Не знаю, может быть, тупо устал. Самурай классы. Ланлех, удачи тебе, пойду дальше страдать на короле. Зайди потом в ВВЭК, погляди, че скину. Да, хорошо. Степан Рудницкий. Отдохни и выходи онлайн. Но, видишь, завтра с утра на работу, так что завтра точно стрима не будет. Степан Рудницкий. Мне КС ТА 33. Мне тоже 33. По барке будет 34. Йоколо мене. Не знаю, может быть, отдохну, правда, и получше будет. Хуй знает. Завтра с утра, короче, на работу, поэтому завтра точно стрима не будет. Перед ночной сменой. В 2 часа дня, на следующий день, то есть послезавтра. Я вот думаю, либо другую игру запустить, либо эту перед сменой подрючить, попробовать. Не знаю, посмотрим, как настроение будет. Кем работаю? Машинист насосных установок, короче, технолог. Степан Рудницкий, кем работаешь? Самурай классы, мне 30. Короче, технолог, обогащение полезных ископаемых. Собрали классы, собрались деды. Да-да. Ну. Дробильщик. Мы практику не проходили, поэтому мне дробильщика не дали. Степан Рудницкий, я дробильщик. У меня флотатор, машинист конвейеров, этот, как его...
Мельник. Степан Рудницкий. Короче, у меня Дедов. По обогащению 4 профессии. Ну, еще и сварщик, короче, и машинист буровой установки, и стропольщик, и даже тракторист. Ну, в смысле, бульдозерист. Как-то так. Ладно, ребят, спасибо за поддержку. Ждите других стримов. Кто не подписывался, подписывайтесь там. Лайки, комменты, кому как удобнее. Всем удачи и пока. А я сборщик игровых ПК. Ха. Прикольно. Все профессии важны, все профессии нужны. Как-то так. Ладно, ребят, давайте. Всем удачи и пока. До скорого. Степан Рудник.